утро, страна! Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале в гостях у Елены и наша деревенская жизнь нуля. Дорогие друзья, новое утро, новый день. Птички меня радуют, цветочки радуют. Вот там целая банда птичек. Вот. А я занимаюсь чем? Сейчас вам загружаю видео о перцах. Вот у меня уже кодируется. Целый час и 20 минут будет кодировка идти. По-моему, 17 минут видео. Вот, затем в YouTube буду. И что я буду делать сегодня? Целый день. Ой, буду заниматься отправкой семян. Вот она моя работа. Это весь день будет с утра. Потому что это не быстро. Делаю я одна. Вот, вот моя работа. Вот. Да, да, еще такая работа есть. Многие хотят, вот, чтобы я вязала. Я вас понимаю и показывала. Я вяжу, но вяжу в свое удовольствие. Вот, но. Я вчера еще пересадила много растений, перевалила в больший горшок. Я сниму тоже видео. Об этом уже есть несколько кадров. Видите, у меня ведь не только вязание, канал вязания. Поэтому... Я себя не обременила, что я должна четко каждый день снимать видео вязание. Это мне в удовольствие, ребятки. Было время, когда я вязала на продажу и днем, и ночью. Поэтому сейчас у меня только в удовольствие. Вот. И обязательно и это будет, девочки. Обязательно хочу наладить прямые эфиры. Но, ну вот по возможности, вот вы увидите, что будет выходить. Но для меня сейчас это важно. Люди ждут семена. Скоро сеять всем. Поэтому я должна сегодня собрать 10 пакетов. Вот. Сажусь. И еще при этом отправить их. Успеть вечером отправить. Я даже не знаю, когда это сделаю. Но рано утром всегда я встаю рано и делаю видео. Если у меня 2 видео, то один с вечера до ночи делаю, другой рано утром. Чтобы вот у меня один утром вышел, другой на вечер. Ну, в общем, вот такая у меня работа. Работа не из легких. Но я сама эту работу выбрала, и она мне нравится. Так что вот вперед, девочки. У нас мороз, 22 градуса было ночью. Утром я посмотрела, у нас было 18 рано утром, когда я проснулась. Вот, очень холодно. Сегодня на ночь тоже 22 передают. Вот. Так, ну ладно, начинаю работать. Упаковываю я вот в такие пакетики. Кто получал от меня семена, тот знает. Вот в таких пакетиках я упаковываю. И подарки есть, и все. Семена я отправляю. Счет идет о 10, ну, по 10 семян. Но, конечно, я тоже, девочки, кто у меня заказывал, знает, что я отправляю не 10 семян, а гораздо больше. Вот. Особенно томатов побольше кладу. Если вот который сорта есть много, я кладу много. Вот, потому что они есть. Если семена перцев поменьше, я кладу вот 10 четко. Прям вот если, например, последние остались 20 штук, или там сколько одному человеку, последнему отправляю 10. А если еще есть, но мало, отправляю 12, 13. Ну, в общем, вот так, девочки. Тейка вот тут у меня есть. Вот. Семена есть Алибаба, я забываю всегда говорить, у меня Алибаба еще есть, это земляничка, так что я, пожалуйста, заказывайте, вот, пишите мне на почту, я оставлю внизу в описании под видео здесь номер почты, ссылочку на нее, вот, и там будем с вами общаться. Вот такие дела. Вот так вот вперемешку пью кофе, включаю себе аудиокнигу. Сначала я списываю, как я делаю. Захожу, так, смотрю заказ, весь его помидоры, перцы, там, или там клубнику, о, землянику, что закажут, фасоль. Я вот это убираю в сторону. Да, кстати, семена цветов у меня нет, а то спрашивают. Вот. Затем закрываю и включаю себе аудиокнигу. Вот, и спокойно слушаю, и чтобы не потеряться, собрала пакет, галочку отметила, собрала, галочку отметила. Плюс отдельный у меня есть лист, к примеру, Михайлова, вот, все, я уже собрала, ставлю плюс, письмо убираю в сторону. В общем, вот такая работа, вот. Так что,
порой, честно скажу, просыпаюсь утром, мне даже Артем ругает. Я уже даже не знаю, за что взяться, потому что и семена отправлять нужно, все ждут. Вот. И видео вам снимать с растениями, да, сейчас посевы, одни за другими, перевалка, пересадка. Домашние влоги снимать нужно, ну, короче, все, не буду говорить дальше. Все это приятно, всегда на ножках, всегда... Мне, знаете ли, никогда не бывает скучно. Иногда мне пишут, что вот скучно там, какой скучно. Никогда у меня не бывает скучно, я всегда найду себе работу. Даже если всего остального не будет, вот куча всего вот этого, то вот. Поэтому никогда не бывает скучно. А потом у меня еще внуки. С утра раннего со всеми переговорить нужно, увидеться, пожелать хорошего дня. Вот, и вечером, перед тем, как в ванну пойти, с ними нужно пообщаться, поговорить и спокойной ноченьки пожелать и так далее. Я вчера вечером, сейчас минуточку скажу, вчера вечером сидела, Артем тоже такой, подошел, я всем отвечаю, ну, уже по телефону, по WhatsApp, и нужно всем ответить, вот. И голосовые сообщения посылали вчера всем своим, ну, есть и блогеры, много с кем я общаюсь, мы по телефону, по WhatsApp, и есть подписчики тоже, которые мне пишут, и мне нужно отвечать, спрашивать, задают вопросы. Вот. И Артем подходит, то ли я видео делала, то ли я отвечаю, я и там, и тут. И другой раз вот на тот случай, когда вот бывает, что описка, напишешь вместо «о», «а», оговоришься, потому что в голове очень много, и об этом, и о том, и о пятом, и о десятом. И бывает, порой сидишь вечером, думаешь, фу, все ли я сделала, проверяешь по списку, это сделала, то сделала, осталось это, не успела, так, это на завтра переходит. Вот такой мой распорядок дня. Вот, зато всегда в тонусе, никогда не засидишься. Вот. Ну все, пошла дела делать, а вам пожелаю хорошего дня. Потом обязательно подключусь. Так, захотелось нам немного жареной картошечки. Вот буквально чуть-чуть, вы сами видите сколько. Это лук парень сверху я нарезала. Опять теплицу всадила и набрала. Вот, потом на салатик еще. Вот. Как только поджарится, вот так немножечко, я убавляю огонь и... Накрываю крышечкой и на маленьком огонечке она сейчас очень мягенько станет. Сильно не поджарим. Сейчас такое уже не делаем, как раньше. Да и картошку жареную редко кушаем. Артем очень любит, правда, просит чаще. Так, все. Это крышечка от Faberlic, видите, на разной величины сковородки. Очень она мне нравится. Причем вот эту сковородку я покупала без крышки. И хорошо, что сделала, что не купила. Она, ну, дорогая выходила. Ну, вот от Faberlic я взяла, и теперь у меня есть на все три сковороды. Так, посолю попозже. И поперчу попозже. Как вот немножечко сейчас дойдет. Еще что я сделаю. Чесночок, дорогие друзья. Тут у меня есть... Сейчас чесночочек начищу. Вот, и добавлю чеснок. Под конец. Мелко-мелко нарублю и прям вот добавлю, размешаю и по тарелкам. Вот. 4 получилось у нас картошинки. По 2 на каждого. Так. Будем сегодня баловаться жареной картошечки. Прям очень захотелось. Давно не жарили. Так, что еще хочу показать, дорогие друзья. Обзор покупок. Вот с яблочек начну. Golden Delicious и забыла, как называется. Вот заклинила, забыла. Я уже их выложила. Вот они у меня здесь. Вот. Так что сейчас покажу еще в этом видео, какие были покупки. Вчера в Пятерочку съездили. Недалеко тут у нас есть. И закупились. Итак, дорогие друзья, вот такие еще мандаринки купили. Маленькие, как мед, сладкие. Вот. Начинаю с тыквы. Смотрите, какая огромная. Вкуснятина. К сожалению, там сорт не был написан. Но я обязательно сниму семена и посею. Очень она мне понравилась. Однажды я покупала такую тыкву, и больше никогда ее не было. Она такая классная внутри, такая вкусная, ароматная. Поэтому я ее сразу купила. Она вот была одна крупная,
и вот это. И думаю, вот, представляете, горы бывали, тыкв и в Ашане везде, но именно такой я не находила. А в Пятерочке одна крупная и вот это. Вот. Я буду делать вкуснятину из тыквы с лаваша. И обязательно буду снимать видео. Вот. Так. Дальше. Что тут у нас? У нас тут всего... Ну, там макароны не буду показывать. В общем, у нас сумма-то вся вышла на 3,340. Пятерочки. Так. Яйца. Я уже говорила вам насчет яиц, что покупала красная цена. И я просто удивилась. СО. Какие классные яйца, дорогие друзья. Просто. И очень вкусные. Прям яйца отличные, крупные. Классные яйца. Всем советую. Вот. А, по-моему, они по 67. Вот точно не помню. Я с ценами. Это очень долго. Это надо отдельное видео делать. Надо ставить, выискивать. Я со своим зрением не особо могу. Поэтому не буду, девочки. Все в Пятерочку ходят. И как бы все знают цены. Я так думаю. Капусту. Я вообще ехала за капустой. Яйца и капуста, ну, очень нужна была. Ой, тяжелый такой вилок. Капусточку. Буду тоже делать вкусняшки из капусты. И покажу. Очень захотелось вареников из капусты. Вот, очень захотелось. Так что потихонечку буду делать. Сельдерей. Сельдерей черешковый. У меня есть замороженный листовой. И, по-моему, один пакетик остался замороженного, но я обычно его кладу, когда запекаю овощи полностью, замороженные с мясом. А свеженького очень захотелось, ребятки, очень хочется. Очень хочется, поэтому я купила. Так, дальше. Дальше кукурузка. Вот Global. И вот еще баночка горошка. Вот. Салатик тоже очень вкусный получается. Я уже показывала, с капустой я делаю. Можно и это добавить, и это по отдельности. Либо кукурузу, либо горошек. Так, дальше. Вот семечки. Я буду делать выпечку, и туда нужно будет мне семечки. И чтоб я их тут не колупала, не чистила, готовые купила. Вот эту вот тушенку купила попробовать сварить с кашей котам. Вот попробовать. Мне посоветовали. Потому что очень много коты едят. Уходит корм махом. Не успеваю покупать. И они не едят ни кобычьего. Поэтому даже не знаю. Именно вот такую тушенку мне посоветовал. Я там стояла, выбирала тушенку. Думаю, сейчас куплю одну тушенку и постараюсь попробовать с кашей. Все-таки своих двух мордюшек покормить. И она сказала, не берите дорогое, вот берите вот такую. Баночку, такую тушеночку, и попробуйте. Мы готовим котам и собакам. Ну и вот взяла. Там посмотрим, скажу вам, будут ли они кушать или нет. И сейчас, Светочка Ладисат, если ты меня смотришь, привет тебе огромное. Мне очень понравился чай, который ты мне присылала в подарок на Новый год. Вот такой ты мне присылала. Вот экзотическое сочетание манго и клубники. Очень вкусный натуральный чай, очень вкусный. И я не помню, сколько стоит. 170, что ли? Не помню, 160. Не буду врать. Кто видел, напишите в Пятерочке, сколько стоит. И вот такой, такая коробочка была красивая. Я не заметила, там сзади одна оставалась, и там было написано по акции. Вот акцию точно помню, 67 рублей, что-то так. Изысканные и нежные сочетания розы и ноток личи. Я думаю, куплю, попробую. Вот. Это уже знаю, пробовала. Я так поняла. Так, подождите, 25 пакетиков. Угу. Масса нет, а 35 грамм. Вот они так выглядывают оттуда, открываешь. У меня есть вот такая штука, куда я чайные пакетики складываю. Вот. Это подарочки. Подарочки на Новый год дарили мне. Ездил сейчас, подарили дети. Вот. Подарки я не буду снимать. Просто не хочу. Иногда будут попадаться в кадре. Ну и я буду говорить. А так не буду снимать отдельно. Вот. Буду сегодня пить
Светулечка, этот вкус знаю, этот попробую. Ну и, конечно же, мои любимые хлебцы. Я уже о них вам тоже говорила. И в магазине, да, покупаю, в Пятерочке тоже. Но хочу вам сказать, что в магазине, да, они дешевле. Вот. Греночки с кориандром и тмином. Очень вкусные. Я люблю утром чай, кофе попить. И вот такие уже открыла вчера, покушала с рыбкой красной. Очень вкусно, бородинские. Нравятся мне они. Каждый раз покупаю и, конечно же, с вами делюсь. По акции были вот такие завтраки. Вот. Финский контроль, качество. Ну, все знают о них. Были по акции, я их все купила. И буду утром кушать. Вот. Мюсли с бананом и шоколадом, мюсли с ежевикой и малиной и с орехом и яблоком. Вот. И вот нарзану купили ящик. Вот уже выпитый, пустая бутылочка. Вот такие покупки были. И не только. Я уже, значит, убрала в холодильник курицу, потому что это вчера вечером мы ходили, а сегодня уже день. И макароны. Так, ну вот. Сейчас покупаем нерафинированное масло. Конечно, у меня есть и такое, но я редко пользуюсь. Теперь в основном только таким пользуюсь маслом. Вот такие покупки, дорогие друзья, были. Да, да. Артём? Да. Ну и, конечно же, корм. Упаковки я уже показывала. Их не буду тут вынимать. Дайте вам показывать. Как? Последние, сейчас решили попробовать, сейчас покажу одну, упаковками прям берем, вот такую еще решили попробовать. Кто из них уже кушал, Тём, ты говорил? Буся ест. А Мани нет, да? Кушает, я вам хочу сказать, ребятки, и сухой, и такой не успеваем подкладывать. В день по 3, по 4 пакетика, попробуй не дай. Они прям подходят к этим коробкам и мяучат. Ну, сейчас морозно, может быть, поэтому. Вчера отваривала курицу, ее шкурку всю снимала, отварную и рубила, мелко давала. Так дрались, кто какой потянет кусок. Еле едят вообще, ребятки. Вот попробую еще вот так вот сделать. Да, не показала вам. Вот такие мочалки, ездили к подруге в гости. И прямо нам понравилась такая мочалочка. Они, во-первых, сколько стоят? 69 рублей, у Тёмы помнит. И мы взяли две, вот, и я тоже ее спросила, он говорит, у меня 10 штук лежат, гости приходят, я каждому даю, то есть вот так, прям прелесть, вообще так мне понравились они, никогда ими не пользовалась, и знаете, не грубые, я подумала, ну, вообще я их видела, и думаю, да, ну, какие-то, наверное, больно будет там мыться, нет, прям очень понравились, вот две штучки разные купила. Так что вот такие дела, вот такой обзор покупок сегодня я вам показала.